Соучредитель Google Сергей Брин занимает 9-е место в списке самых богатых людей мира с личным состоянием 86,5 миллиардов долларов. Стало известно, что он решил присоединиться к тренду миллиардеров, открывающих семейные офисы в азиатском финансовом центре, включая известного британского изобретателя и предпринимателя сэра Джеймса Дайсона, основателя одноименной компании Dyson. Семейные офисы – это частные инвестиционные компании, созданные для управления активами состоятельных людей и семейных кланов. Семейный офис Брина называется Bayshore Global Management и в конце прошлого года открыл свой филиал в Сингапуре. Сергей Брин на данный момент – последний из числа миллиардеров, кто воспользовался низким налоговым режимом Сингапура и щедрыми льготами для семейных офисов. Это островное государство также является одним из самых комфортных в мире мест для ведения бизнеса и занимает по этому критерию второе место в Азии, по данным Всемирного банка. Глава хедж-фонда Рэй Далио, состояние которого составляет около 17 миллиардов долларов, объявил в ноябре, что он также открывает семейный офис в Сингапуре. Многие богатые семьи выбирают эту страну, поскольку они хотят иметь больше возможностей для инвестиций в быстрорастущие экономики Азии. Брин посетил Сингапур вместе с другим соучредителем Google Ларри Пейджем в 2016 году, чтобы узнать о его развитии. Отметим, что оба основателя отошли от активного управления компанией. Сундар Пичай был генеральным директором Google с 2015, а в 2019 возглавил его материнскую компанию Alphabet. По данным правительства, в Сингапуре около 200 семейных офисов, управляющих активами на сумму в 20 миллиардов долларов. Это государство имеет мировую репутацию страны с относительно стабильным политическим и экономическим ландшафтом. Подробнее об этом читайте на сайте finversia.ru. Ссылка в описании под видео. В ваших силах поддержать экономику и ваше здоровье одновременно. Соблюдайте социальную дистанцию. Чаще мойте руки с мылом или обрабатывайте их специальными веществами. Избегайте места скопления людей. Носите маску. Откажитесь от привычных рукопожатий. Канал Finversia TV желает вам крепкого здоровья и успешного финансового года.